Оптовые цены на офисную бумагу формата А4 снизились почти наполовину. Несколько дней назад одна упаковка стоила в пределах 1200 рублей. Сейчас максимальная цена такой бумаги уже 700 рублей. Это показала совместная проверка антимонопольной службы и Минпромторга области. В рознице бумага продается по более низкой цене, но все равно это существенно отличается от цен оптовых. Поэтому сегодня, по крайней мере, это уже четвертое предприятие розничной торговли, будут направлены соответствующие в рамках мониторинга запросы. Мы уточним, где у кого эту бумагу покупали, кто в цепочке товаропроводящей, возможно, завышает соответствующую цену. Как говорят в УФАС, скоро в магазины поступит крупная партия дефицитного товара от российского производителя. Новосибирцам рекомендуют не создавать ажиотаж. Повышенный спрос только стимулирует подорожание. Хочу отметить, что буквально в ближайшее время ситуация она стабилизируется. Это связано с тем, что в одном из регионов Северо-Западного федерального округа запустится непосредственно промышленное производство как раз беленой бумаги, потому что на сегодняшний момент у них была определенная приостановка в своей работе. Это было связано с тем, что краситель, эти компоненты они закупали, соответственно, за рубежом. Но на сегодняшний момент они уже запустили, наладили производство. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.